Проблемы, связанные с проникновением на территорию исправительных учреждений Чувашии наркотических и психотропных веществ, обсуждали сегодня на заседании антинаркотической комиссии. Сейчас на учете УФСИН состоит 570 отбывающих наказания, склонных к употреблению наркотиков. За ними закреплены наиболее опытные сотрудники исправительных учреждений, которые проводят индивидуальную, воспитательную и профилактическую работу. Работают с такими осужденными и психологи. По данным Управления исполнения наказаний, в 2013 году с помощью служебно-розыскных собак было изъято более 23 граммов наркотических веществ. Кроме того, на совещании обсудили и задачи, которые стоят перед каждым ведомством по профилактике наркомании. Министр культуры Вадим Ефимов отметил, что пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи способствуют фестивали, конкурсы и смотры народного художественного творчества. В этой работе наибольшую активность проявляют молодежные агитбригады, выступающие с тематическими программами против пьянства, алкоголизма и наркомании.